Следующий удар мы с вами рассмотрим. Это удар тоже в прыжке и тоже кулаком. Но уже удар хенд-хукой. Прямой. Локоть вниз, плечо подается вперед, кулак выносится так. Может добавляться пронат, чтобы его, соответственно, усилить. Удар тоже в прыжке. Как он делает? Первый удар, имитирующий пинок либо вперед, либо удар сбоку, либо так, не важно. И так правильно. На этой ноге подпрыгивает вперед, помогает нам остаточное движение в ноги. И приземляясь, наносим удар. Чем дальше сделаем прыжок, тем удар будет сильнее. Ну, понятно, что издалека не надо нападать, но сблизи нападать, но прыгать как будто вы летите очень далеко. Тогда удар будет сильный, неожиданный. Во-первых, смена траектории плеча, во-вторых, сила за счет прыжка, сила за счет руки, ну и плюс дезориентация по прыжку. Итого. Раз, два, три. Поставили. Раз, два, три. Поставили. Руку не забываем держать лица, пальцы отсюда, кулак, пальцы убираем, локти здесь. Итого. Пробуйте, и Ханзакуэн поможет вам победить.